Assalamu alaikum, уважаемые друзья, доброго времени суток. Меня зовут Микаэль Ахмадов, я являюсь директором благотворительной организации Хайра, работающей в Чеченской Республике. И мой посыл этого видео заключается в том, как один человек из Киргизии по национальности таджик изменил, можно сказать, чеченскую организацию и поднял ее 3 раза. И этот человек, его зовут Сайдмурат Даулатов, у которого мы учимся. У него бизнес-школа само называется. Он автор 20 книг и человек, который простыми словами объясняет очень большие вещи. Вот инструменты, которые работают везде, начиная от США и заканчивая до Австралии. То есть он обучает нас маркетингу, построение системы продаж, расписывание бизнес-процессов, это и управление, это и масштабирование, привлечение инвестиций, построение там, бизнес-модели, управление персоналом, учет и контроль и так далее. То есть мы получаем от него очень много пользы, и это видео как знак благодарности ему и его команде. То есть человек, который повлиял на изменение, можно сказать, обычной чеченской организации и поднял 3 раза мощности, можно сказать. То есть мощность в нашем случае это добро, которое мы организовываем, координируем. То есть мы хотим поблагодарить его и его команду, пусть Аллах воздаст ему благом. И знания, которые мы получаем, то есть бизнес-знания, мы их, можно сказать, обрабатываем и внедряем в благотворительность. И то, чему он нас обучает, обычно он дает 2-3 года на то, чтобы человек усвоил, внедрил, потому что вот так происходит изменение мышления руководителя. Потому что самая большая проблема любого бизнеса – это ее руководитель. Поэтому если мы смогли 3 раза, можно сказать, поднять организацию и как бы повлиять на многие вещи, можно сказать, и я думаю, что через несколько лет мы сделаем так, что Хайра выйдет на международный уровень и будет помогать очень многим людям. Мы, как многие знают, мы не делим никого по религиозному и национальному признаку, мы помогаем Чечне всем, кто нам обращается. То есть это и жители стран Средней Азии, это и разные беженцы из разных государств, горячих точек и так далее. То есть мы конкретно получили пользу. Те знания, которые он нам дает и давал, это как бы авиация, которая выше и двигает дальше. А вот потихоньку внедрение, углубление – это дело техники. То есть он тоже дает очень много инструментов, чего стоит примерно последний наш тренинг на тему построения системы продаж, где он передал нам 40 работающих инструментов. То есть любой инструмент из этого тренинга, про него можно написать целую книгу для этого, и на этот пишутся книги. Поэтому я вам рекомендую учиться у него. Это моя инициатива, и меня поймут те, кто меня знают в любом случае. Пусть Аллах воздаст ему благом за все дела. То есть он предоставил для нашей организации бесплатное обучение стоимостью 750 тысяч рублей. То есть, можно сказать, где вы найдете человека, миллионера, практикующего миллионера, который вот за 800 долларов, можно сказать, если разделить на месяца, за 800 долларов, который обучает вас именно определенным предметом, там, месяц, там, 2 дня, например, там, с 10 до 6, например. Очень много чего пользы мы получили. Возможно, многие вещи мы сейчас не поняли, но поймем. Но есть главный ориентир и правильная дорога, и по которой мы будем двигаться, развиваться. Поэтому мой вам совет: учите бизнес темы, читайте бизнес литературу, потому что это конкретно поменяет мышление. То, что мы думаем, что там, американские, европейские, другие вот компании, как они умудрились так расширяться и так далее, это обычное дело. Нужно немножко потрудиться, развиваться, чтобы дойти от точки А, не до точки Б, а до точки Я, например. Поэтому вот так вот получили бесплатное образование и получаем, пока что мы не закончили. Но это 2 модуля у нас остались. Поэтому будем двигаться дальше. Всего доброго.